футбольный матч в Европе. Посмотрю настоящий европейский футбол. Сегодня играет на стадионе Жозе Алвалада в Лиссабоне команды Спортинг и Мойренсе. В общем, вот так выглядит стадион, очень напоминающий какой-то супермаркет. Заглянем в магазин фирменный. Центр, да. Чего тут пока нет. Магазины. Ощущение, что я на каком-то китайском рынке. Владивосток. Тут же китайский ресторанчик. Вот такой вот. Может, перед футбольным матчем покушать. Прочитал, что здесь есть даже кинотеатр на стадионе Жозе Алвалад. Решили перед игрой подкрепиться. Все-таки зашли в этот китайский ресторанчик. Цена на самом деле вполне приемлемая. Что мы заказали? Мы заказали. И, конечно же, супербомби. И наша официантка на умном португальском и английском пыталась спросить, а точно ли достаточно? Типа, четко ребята, что это место занимает? Я как очень ощутила, может быть, мы хотим на бунна. Мы сказали, нет, мы будем сидеть здесь. Одна порция риса и пиво два. В общем, ждем матча. Осталось, ну, час до начала, поэтому посмотрим. Готовимся к матчу. Подготовка. Чудесно перекусили в ресторанчике. Заказали рис с креветками и два пива. Дали 9.15. Теперь сели довольны. Пойдем смотреть футбол. Для начала надо ущиплиться. Короче, походим на стадион, нас забрали. Вернее, запретили проход с рюкзаком, штативом. Поэтому вот снимаю бумажку с руки, и вот мы выходим на трибуну. У-ху! Охренеть! Ребята, это просто охренеть! Я впервые в жизни... У меня ощущение, что я, ну, я не знаю, я где-то в театре или где вообще. Или на футболе. Посмотрите на эту картину. Чума. Давай.
по нулям. Что-то как-то портинг топливки пока. Но атмосфера, конечно, офигенная на стадионе, просто. Люди периодически кричат, и, наверное, они кричат: «Уважаемый судья, похоже, ты был неправ». Я думаю, вот так, да, они по-португальски кричат? Ну, типа того, да. В общем, я надеюсь, что во втором тайме спортинг забьет гол. Хочется посмотреть, конечно, как они радуются, болельщики, голам. Вот. Ну, вообще, крутяк, конечно. Ух. Вот, в перерыве можно всяких вкуснях купить, перекусы, вон, что только нету. Идет добавочное время, 4 минуты добавили, пока вот как-то нулевая игра. Спортинг пытается забить, но что-то как-то безуспешно.